на стол, а вот скамейка, взяли в руки карандаш. Наша АВВГДК на экран приходит ваш. Один. А Левушкин где? Не вижу. Левушкина нет. Что с ним могло случиться? Мало ли что. Может, ангиной заболел. Съел пломбир и слег. Нет, пломбир он не ест. Он ест только фруктовый. Ну что, тоже очень вкусное мороженое. А вдруг с ним случилось? Что? Против чего медицина бессильна. Что? Проспал. Вот что. Нет, такое с ним не может случиться. У него такой будильник, что когда он звонит, все машины на улицах останавливаются. Все думают, что милиционер свистит. И такое начинается твориться. Что? Любой проснется. А может быть, с ним случилось? Что? А может быть, с ним приключилось? Что? Дорожное происшествие. Вот что. А что это такое? Ну, много людей, много машин, а он такой рассеянный. С улицы бассейной. А он такой растерянный. С улицы потерянный. И он совсем не может ходить по улице. Да. Татьяна Кирилловна, посмотрите, какое движение. Юра, а как ты переходишь улицу? Раньше я улицу переходил на руках. Вот так. И все машины останавливались и пропускали меня. Но однажды мне на руку наступил мой знакомый слон, когда мы вместе переходили улицу. И с тех пор я отучился от этой дурной привычки. Клёпа, а ты умеешь переходить улицу? Татьяна Кирилловна, представим, что вот это
и я перехожу ее вот так. Трам-трам-трам-трам-трам. Когда через улицу идет человек с таким лицом, как я, то все машины останавливаются. Интересно, почему это? Чтобы полюбоваться мной. Потому что я же очень красивый и нарядный. Понятно, Клёпа. Ириска, а как ты переходишь улицу? А я не перехожу. Меня переводят. Кто? Дети. Октябрята, пионеры. Хорошие, воспитанные дети. Как это? Вот так это. Дорогие мои клоуны, вы совершенно не умеете переходить дорогу. Не знаете правил дорожного движения. А разве есть такие правила? Плохо, что вы о них не слышали. А я знаю, эти правила для тех, у кого есть автомобили. Да. И когда у меня будет автомобиль, я выучу эти правила. Правила не только для водителей, но и для пешеходов. Татьяна Кирилловна, но мы же не пешеходы. Да. Мы клоуны. Да. А по БГДЭКе вы клоуны. А когда идете по улице, вы пешеходы. Посмотрите, сколько народу переходит дорогу. Среди этих людей есть писатели, инженеры, художники, рабочие. Но все они сейчас называются пешеходами. Татьяна Кирилловна, смотрите, смотрите, среди них есть один клоун. Ой, смотрите же, это наш Левушкин. Ну, конечно, он попал в дорожное происшествие. Да, теперь ему грозит опасность. Надо спешить ему на помощь. Улицу сразу, улицу сразу не смог перейти. На островке безопасности жди, на островке безопасности жди. Смотрите, смотрите! Его похитили! Ой, неужели его похитили? Теперь наша как же передача? Неужели придется отменить? Татьяна Кирилловна, его похитили! Мы должны его найти! Ну что ж, попробуем его догнать. Но кто из вас запомнил номер машины? Я запомнила. Единица и еще единица, а потом еще двойка. А других цифр мы не знаем. Я тоже запомнил единицы и двойки. Татьяна Кирилловна, а я запомнил такую загогулину. Эта загогулина называется цифрой 3, но о ней вы еще узнаете. А сейчас отправляемся в путь, только запомните номер машины. Пешеходы за мной! Вперед!
тебе помочь. Путь, 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 путь пройти опасный. Горим и день, и ночь, день, и ночь, день, и ночь, день, и ночь. Зеленый, желтый, ясный. Наш домик светофор. Мы. Переводный брата. Мы светим сам пор, сам пор, сам пор, сам пор. Дороги всем ребятам. Сам не стройте красный свет, если он горит. Стоп, дороги дальше нет, путь для всех закрыт. Стоп, дороги дальше нет, путь для всех закрыт. Спокойно перешел ты, слушай наш совет. Жди, увидишь скоро желтый, жди, увидишь скоро желтый. В середине свет, в середине свет. А за ним зеленый свет вспыхнет впереди. Скажет он, препятствий нет, смело в путь идти. Как же это? Мы ищем Левушкина, а когда ищешь пропавшего товарища, какие же могут быть правила? Правила дорожного движения. Улицу надо переходить в установленных местах. Как же я установлю, где установлены места? Да. Вот по таким белым полоскам. Чтоб приучить пешехода к порядку, разлиновали асфальт, как и тратку. Через дорогу полоски идут и за собой пешехода ведут. Такие полоски называются зебры. Зебра! Зебры! А что же делать, если зебр нет? Не волнуйся, Юрий, у меня есть своя личная зебра. Ну? Вот она. Ух ты. Иди, Юрий. Юра, возвращайся с дороги. Быстрей. Что же делать, когда нет настоящей зебры? Тогда должен стоять знак перехода. Вот такой. Ой.
Понятно. Надо знать правила дорожного движения. Конечно. А разве у вас недостаточно воспитанных детей, которые переведут старушку через улицу? Хороших детей у нас много, но правила знают не все. Скажите, пожалуйста, а вот эти детишки, которые здесь катаются, они знают правила дорожного движения? А эти дети знают. Потому что они в нашем детском саду эти правила учат. Спасибо большое, мне все понятно. До свидания. Я поехала. До свидания. Ребята, я спешил к вам, стал переходить улицу и заблудился в машинах. И даже стыдно сказать... Стал звать на помощь. Но ребята взяли меня в машину, привезли сюда и познакомили с дорожной грамотой. И вот теперь я грамотный. Вам, наверное, из-за меня пришлось отменить передачу. Ну, передача идет. И мы уже выучили правила дорожного движения. Да-да-да, правила дорожного движения обязаны знать все. Водители и пешеходы, взрослые дети и даже бабушки. И клоуны. Спасибо вам, ребята! Татьяна Кирилловна, а ведь в нашей передаче об ОВГДЭйка мы тоже учим правила. Так давайте меняться правилами. Ребята нам рассказали правила, и мы им расскажем. Итак, вы уже знаете, что все на свете можно назвать словами. Вы знаете, что предложения состоят из слов. А сегодня мы с вами попробуем делить слова на части. К примеру, я попрошу разделить слово «машина». Татьяна Кирилловна, чур я первый. Я могу машину разделить на части, даже на запчасти. Руль у меня в одну сторону, колеса в другую. Клёпа, остановись. Я просила разделить слово «машина», а не саму машину. Вот увези машину. Теперь машины нет, а слово «машина» осталось. И его мы делим на части. В слове «машина» столько частей, сколько раз мы открываем рот и выдыхаем воздух. Машина. Раз, два, три. А дайте мне какое-нибудь слово, и я разделю его на части с флейтой. Пешеход. Пешеход. Шина. Правильно, две части. А сейчас, дорогие ребята, давайте вместе с клоунами попробуем делить слова на части. У кого нет музыкальных инструментов, можете хлопать в ладоши или ударять в мяч. Итак, начали. Переход. 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 Три части. Барабан. 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 Три части. Молодцы. Мяч. 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 Татьяна Кирилловна, а слово «мяч» не делится. Ну, просто бывают слова, которые состоят из одной части, из одного слога. Дым.
дом, сыр, сыр. Мяч. Мяч, правильно, Ириска. Татьяна Кирилловна, а можно мы поем песенку? Пожалуйста, Ириска. Что за лень, что за мон? В звуках нету смысла, никакого смысла. Но как скажут лимон, сразу станет кисло, кисло, кисло. Знают у Степости Насти папа, бабушка и сын. Слово делится на части, как на дольки апельсин. Что за хал? Что за ба? Вот еще загадка, новая загадка. Но как скажут халва, сразу станет сладко, сладко, сладко. Знаю, пусть не гости Насти папа, бабушка и сын. Слово делится на части, как на дольки апельсин. Людям неизвестно, вовсе неизвестно, но как скажут кино, сразу интересно, интересно. Знаю, пусть и гости Насти папа, бабушка и сын. Слово делится на части, как на дольки апельсин. Можете немножко отдохнуть. А вы, ребята, я думаю, теперь сумеете разделить любые слова на части, не имея ничего, кроме ладошек. Попробуйте дома разделить такие слова. Рыбка, ромашка, кот. Это ваше домашнее задание. Запомните. Разделить на части слова рыбка, ромашка, кот. Опять нарушаете правила? Да разве? Мы просто играем и все. А где вы играете? Как где? Ну, мы с тобой. Я с краешку играла. Да, Татьяна Кирилловна, ну мы с тобой на проезжей части. Ну нет, никаких ни машин, ни движения. Да? Так вот, дорогие мои клоуны, запомните, на мостовой играть нельзя. Правилу этому следуйте строго. Детям опасно играть на дорогах. Детям опасно играть на дорогах. Итак, дорогие клоуны, вы сегодня познакомились с правилами дорожного движения. Знаете, что слова делятся на части, на слоги. А слоги на что делятся? А слоги состоят из звуков. Татьяна Кириллова, можешь мне за флейтой сбегать? Нет, пока не надо. Звуки могут делать чудеса. Ой, чудеса. Сейчас увидим чудеса. Например, попробуйте превратить стол в стул. Татьяна Кирилловна, ну это же очень просто. Я просто залезаю на стол, сажусь на него, и стол у меня превращается в стул. А я сажусь на пол, придвигаю стул, и он у меня превращается в стол. Правильно. Совершенно неправильно. Все гораздо проще. Попробуйте за мной повторить. Стол. Стол. Какой звук слышите в середине? О. А теперь поменяйте звук О на звук У. Стул. Ну вот так, превратили стол в стул. А дом в дым? Дом. Поменяйте звук О на И. Дым. Вот так. А теперь попробуйте превратить кошку в мышку. Кошку в мышку. Поменяйте первый звук К на М. Кошка. Мошка. 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 А теперь второй звук. О на звук И. Мышка.
Кошка, мошка, мышка. Мишка. Вот так, кошка, мошка, мышка. А есть игра кошки-мышки. Давайте поиграем. Ой, давай, давайте поиграем. Давайте. Но играть мы будем не на проезжей части, не так ли? Ребятушки, ребятушки, давайте играть в кошки-мышки. Я забыла, как играть в кошки-мышки. Может быть, кто-нибудь знает? Поднимите руку, кто знает, пожалуйста. Олежка, иди расскажи. Сейчас Олежка нам расскажет, как нужно играть в кошки-мышки. Ну-ка. Сначала все встают в круг, потом выбирают мышку и кошку. Правила дорожного движения, которые, я надеюсь, вы никогда не нарушаете. Ваши ответы и письма мы ждем по адресу Москва, телевидение АБВГДЭКР. До свидания, ребята. До свидания! Вот она уходит с вашего экрана.